Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Хочу немножко поболтать с вами, что сегодня раскрашу или буду раскрашивать, что купила. В общем, все в таком роде. Ну, давайте начнем с покупок. Что купила? Сначала с большой. Как и планировала, купила вот такой вот мольберт. Да, правильно, мольберт называется. Постоянно я забываю, как он называется. Это у нас Малевич. Размер. Настольный мольберт. Ну и размер, собственно говоря, такой вот. 39 сантиметров. А, у меня, наверное, вот такой 19. Маленький. Непонятно, как-то здесь он расписан, поэтому сильно не скажу. Но, скорее всего, он у меня маленький. Видите, такой вот настольный вариант, и он небольшой. И я специально не покупала большой, мне не нужен. Так, сейчас давайте откроем, пошумлю чуть-чуть вам тут. Потому что, ну, рисовать я не рисую, по крайней мере, сейчас. Чтобы там покупать большой хороший мольберт. А вот картинки по номерам, что-то поставить, что-то это. Я давно планировала. Вот так вот он выглядит. Сюда ставится. Не знаю, видно будет, не видно. Вот так это все дело выглядит. Но потом я вам покажу с картины. Так что, да, куда его теперь? Место ему теперь найти, да, главное, чтобы не мешал. Дальше, наконец-то нашла, опять купила Кохинор, вот это вот тушь. Все время путаю их местами, говорю, то тушь, то чернила. Ну, в общем-то, не столь важно. Черный цвет должен быть черный. Черного цвета взяла. Я говорила, я заправляю Поску. И делаю фоны, плюс заправляю браш от Faber-Castell, ну, когда нужен черный цвет. Он очень быстро заканчивается, не секрет. И я думаю, все уже знают, кто меня смотрит, что я ими активно пользуюсь. Вот, наконец-то, давно не было черного. Как не зайду, нету. Поэтому сегодня вот увидела и взяла. Дальше. Купила куветку. Вот такой. Я надеюсь, вам видно. Вот акварельки. Это майская зеленая. Ой, где-то у меня тут был листок для выкраски. Это у нас белая ночь. Акварелька. Ну, это у меня старый такой. Раньше лежал в пенале. Поэтому можно здесь сделать разовую выкраску, да, скажем так, пробный заезд. И я давно увидела у Иры такую. Смотрите, какая прелесть. Акварельку. И мне тоже хотелось. Как раз подойдут вдвоем. И мне хотелось тоже себе такую купить. Но все никак ее не было в магазинах. И вот сегодня заходила, когда за мольбертом, увидела, собственно говоря, акварель. Ну и решила, что буду брать. Такой красивый, очень прям красивый цвет. Очень прям насыщенный. Посмотрите, какая прелесть. Вот. И как раз вот мне, я специально, я говорила, как-то специально ходила, искала именно вот этот оттеночек. Весеннюю травку. Я нашла мятный, а не было вот этого цвета. Очень красиво. Можно, конечно, намешать, но, знаете, я не специалист в этом деле, не профессионал, да. И бывает, начинаешь намешивать, вроде все нравится, все устраивает. Но когда нужно, допустим, не хватило краски на палитре, и нужно еще, начинаешь смешивать, и уже получается немного другой оттенок, и не всегда это хорошо, когда они сильно отличаются. Ну, давайте еще вот так размыть. Попробуем. Ну, размывается достаточно хорошо. Вот такая вот красота.
Мне нравится. Мне очень нравится. Поставлю в пенал, и будет у меня вот такой вот красивенный цвет. Очень красиво. Поэтому я все-таки предпочитаю, пока у меня еще нет такого опыта, предпочитаю все-таки покупать, ну, уже готовые оттенки, да, цвета, оттенки, чтобы не мучиться, так скажем. Вот такая прелесть, прям очень нравится, довольна. И с огромным удовольствием буду красить. Здорово, уже пора второй пенал покупать под акварель. Вот такая у меня была еще одна небольшая покупочка. Я думаю, вот именно сейчас весной, по весне, какие-то цветы, листья, что-то вот такое весеннее раскрашивать, как раз вот этот вот оттенок прям, ну, здорово. Так что буду красить. Мне прям нравится. Буду с удовольствием пользоваться. Вот такая была у меня покупка. Дальше. Что-то у меня сегодня на столе. Чего только нет. Взяла я. Сейчас крашу. Ну, знаете, как крашу. По настроению. Есть настроение, ну, пытаюсь раскрашивать что-то. Нет настроения. Крашу картину. Так, у меня сейчас, кажется, только не надо падать. Пытается упасть. Так, продолжаю. Очень вовремя. Я извиняюсь, тут спецэффекты. Сломался держатель на штативе. Это вот для телефона очень вовремя, хочу сказать. Сломался. Какие-то они прям, ну, вообще хилые. Хотя рассчитаны для этих целей. В общем, буду сегодня как-то в таком режиме. Ну, сейчас найду, чем заменить. В общем, что крашу. Да, особо пока ничего. Решила раскрасить вот этих вот жуков. Или что это? Жучки-паучки. У Иры они раскрашены. Я решила тоже раскрасить. Сделала фон, ну, частично, да. И еще пока не докрасила. Буду красить. И также сделала фон в дневных грезах. Прошу прощения. Ну вот, без штатива пока. Сделала фон. Так, вот. У белочки. И планирую ее тоже раскрасить здесь в дневных грезах. Вот как раз-таки этой тушью я сделала фон. Ну, если не придираться, да, к свету. Здесь свет ярко светит, и кажется, что все прям так отблескивает. На самом деле не видно. Эта камера просто выдает все косяки. Ну и, собственно говоря, буду здесь красить вот эту вот белочку. Но сейчас пойду попробую найти какой-то новый держатель. Как-то рукой показывать не очень удобно. Продолжаю свой хобби-влог. Надеюсь, у меня получится, потому что пришлось крепление для штатива менять. С этим не знаю, как будет. В данный момент переделала выкраску в акварель. Мне так удобнее выстроила их все в зеленый в ряд. Тут вот синие, да, розовые. Ну, в общем, мне так удобнее. А с этой стороны решила сделать выкраску на Фриду. Здесь от Малевич, здесь у меня оливковый, здесь розово-фиолетовый или фиолетово-розовый, уже не помню, потом подпишу. Ну и, собственно говоря, почему я сейчас ее не убрала, да, после всего. Я хочу дальше сделать выкраску. Дело в том, что мне посоветовали девочки, девчонки, привет. Вот такой акварель от Малевич. Это тоже такие вот наборчики появились в магазинах. Я взяла, там разные были серии. Я взяла серию «Море» и, по-моему, «Тропики», не помню. Ну вот пока у меня пришло «Море». Изначально я брала «Море», потому что воду как-то мне сложнее всего красить пока что. Почему я ее взяла? Объясню. Именно набором, именно ее. Казалось бы, да, синих достаточно у меня, потому что в этой акварели, как заявлено в составе, есть гуми-арабик. В общем, это что-то вроде акварели, которая вот у Ван Гога с грануляцией. Ну, я так поняла. Вот.
я решила взять, попробовать. В любом случае, мне нравится Малевич акварель, я уже говорила, она более яркая. Здесь 6 оттенков, подобранных именно для моря, да, для воды. Это у нас цирулин, потом голубая, ультрамарин, темно-синяя, бирюзовая и зеленая. Оттенки 6 штучек. Ну и, собственно говоря, взяла. Ну, во-первых, уже четко знаешь, да, что у тебя набор, вот они как-то так интересно сцеплены. Во-первых, ты уже четко знаешь, у тебя подобраны оттенки для воды. Что ж такое? Надо будет сейчас чем-то поддеть, чтобы открыть, если получится, без потерь. Это все. Во-первых, у тебя уже все подобрано. Во-вторых, как я сказала, она должна быть, ну, что-то вроде грануляции. Должна, по крайней мере, давать хорошие разводы. Ну, как обещает производитель. В общем, первое, что у нас здесь, это синие все, голубая 004, 034 это... Какой там цвет? Я забыла. Опять забыла. Так, голубая, это, наверное, цирулен и ультрамарин. Вот, или темно-голубая. Непонятно. Как-то непонятно. В общем, давайте разбираться. Хочу попробовать, потестировать. Собственно говоря, поэтому, как я уже сказала, я оставила. И хочу посмотреть, какие же будут. Ну, пусть немножко будет воды здесь. На обловоду поменять. Я вот не поменяла. И вот давайте попробуем. Мне нравится Малевич, потому что вот именно Фрида. Ой, какая красота, посмотрите. Наверное, слишком много хапанула. Вот единственное, почему не люблю. Именно вот в таких вот... Ой, слушайте, смотрите, как она красиво себя ведет. За счет, наверное, этого гумиарабика. Я просто не профессионал, не разбираюсь прям уж настолько в акварели, но вот как она себя здесь уже ведет, мне безумно нравится. Конечно, бумага акварельная, но такая самая простенькая, недорогая. Здорово. Будем ложить по порядку наши тюбики вот эти, чтобы потом подписать. Смотрите, какая прелесть. Очень красиво. Ну и понятное дело, чем больше воды будет, тем больше она будет, посмотрите, какая прелесть, расползаться. Классно. Мне очень нравится. Дальше у нас вот это вот цирулин. Цирулин. Цирулиум. Вот. Пока выговоришь эти названия. В общем, так, как-то не хочется прям лишнего набирать. Вау. Посмотрите, какая она яркая. Я говорила, мне она нравится больше остальных акварелей. Именно за счет того, что обычная акварель при высыхании так как бы жухнет, становится очень-очень светлой, неинтересной. Приходится наслаивать. Вот у Фриды с этим все в порядке. Смотрите, кисазует. Разводы прям класс. Мне безумно нравится. Ну и, в общем, чем больше водички, можно пробовать играть с этой акварелькой. Смотрите, как здесь здорово уже проявляется. А с Фридой этого не случается. И она вот, как вы наносите мокрую акварель, она... яркая, и при высыхании, вот как вы видите, она ярк. Вау, ну прям вообще красота. Мне безумно нравится. Светостойкость у них, я смотрю, судя по тюбикам, 3 звезды. Уже неплохо. Ну и давайте, это вот синий, очевидно, просто. Смотрите, как он наносится. Даже
Это божественно. Мне безумно уже нравится. Ну и, как я сказала, достаточно яркий. Я просто эту вот... Это очень яркая, густая краска. Достаточно даже, я бы сказала, плотненький такой. Такое покрытие. Я просто... Не хочется, как в первый раз, переборщить. Поэтому поменьше взяла. Смотрите, какие красивые разводы дает. Обалдеть. То есть можно не только воду, наверное, в теории, небо, еще что-то. Ну вот, понятное дело, чем больше краски, тем интереснее будет. Но мне уже нравится, уже здорово. И вторая часть. Еще три у нас. Это темно-синяя, зеленая и бирюзовая. Так, а что здесь не написано-то? Ага, мы не с той стороны смотрели, да? Значит, у нас здесь был голубая, церелиум и ультрамарин. Теперь темно-синяя будет. Вау! Очень классно. Я теперь хочу остальные наборы. Мне кажется, прям класс. Ну, давайте. Я надеюсь, вам видно. Пробовать. Вот. Вообще прям это божественно. Я бы сидела и малевала вот так часами. Такой релакс. Посмотрите, какая прелесть. Ее надо совсем чуть-чуть. Во-первых. Во-вторых. Ну, в общем-то, она и так яркая. И вот мне было интересно. Я видела просто в магазине Гоми Арабик. Не знаю, как-то так... Долго думала, нужен он мне, нет. Ушла с магазина, не знаю. В будущем буду, не буду брать. Но, в общем, если краски есть уже с гумиарабиком, то, да, вот какой смысл набирать. Следующая у нас идет зеленая 008 оттеночек. Ой, какая красота. Смотрите. Я вот набрала кончиком кисти, только дотронулась. Посмотрите, достаточно... Яркая такая акварелька. А в наборе есть, там есть наборы море, Рождество, потом винтаж, если не ошибаюсь, потом что-то с коричневым связано. Ну, я так понимаю, зверушек, что-то в этом духе раскрашивать. Затем красные ягоды, море. Рождество, винтаж, зверушки, осень, потом что-то там еще с листвой связанное, есть набор, есть тропики, еще наборчик. Ну, в общем, их там так прилично, я просто насколько запомнила, какие я вам говорю. Так, и вот этот вот бирюзовый. Давайте. Ой, какой красивый цвет. У меня вся на кончике. Ее как-то не взяла сюда палитру. Надо было палитру взять, эту ромашку. Было бы попроще. Посмотрите, какая красота. Просто божественно. Довольна акварелькой. Буду с удовольствием красить. И думаю, будет... Ой, что я много воды. Наверное, получилось. Ну, в общем, я смотрю. Даже если так, все равно интересно получается. Посмотрите. Я думаю, можно будет экспериментировать. Шикарная акварель. Я довольна. Я рада, что взяла. Так что девчонкам спасибо, что посоветовали. С огромным удовольствием буду пользоваться. Тем более, что почему взяла именно море? Ну, как я уже сказала, воду мне как-то не получается красить. И я решила, что, ну, может, он будет наборчик такой в помощь. Во-первых, жду плюс керби, а там тоже много воды, много фона. Посмотрите, какая красота.
Вот на зеленом не совсем вижу вот этот вот эффект. И на этом, я не знаю, вам видно, нет? Этот эффект. Хотелось бы, конечно, чтобы было вот он. Чтобы его было все-таки видно. Но бирюзовый еще мокрый, но тоже по-своему красивый. Вот такая вот замечательная акварель теперь у меня. Есть еще и Фрида. Она вся, я так поняла, все наборы, которые вот такого формата, они все с гуми-арабиком. Ну, я так поняла, в каких-то больше гуми-арабика, в каком-то меньше наборчике. Поэтому да, будет интересно попробовать. Ну вот придут другие, я вам покажу еще остальные. Довольно, буду красить. Может быть, кто-то уже пользуется. Пишите в комментариях, как вам такая вот акварель, как вы ее используете, нравится ли вам. Потому что в отзывах, конечно, неоднозначные отзывы на сайте. Но мне безумно понравилось. В магазинах она по 500, ну, грубо говоря, по 600 рублей. На Озоне можно за 300 рублей купить такие наборы. Поэтому, кому интересно, присмотритесь. Ну, а я буду ждать, когда подсохнет сейчас. Пока буду так хранить в этих коробочках. Вот только не пойму, почему нельзя было прям коробочку сделать. Есть еще на сайте, продают вот так вот в таком формате. Ну, просто по 3 тюбика, да, по 3 тубы. Это, видимо, уже потом их разделили и сделали как такой вот набор. Хотя тоже можно было их так приклеить. Может, я скотчем вот так их и оберну. Потому что мне, в общем-то, не принципиально. Да, я правильно. Мне не принципиально, чтобы... Здесь ничего больше такого читать не буду. Просто оберну, чтобы они у меня скотчем пройдут. Чтобы они у меня как бы вот в таком формате и были, что вот достал у меня море набор, да, там достал тропики, поэтому будут так в коробочке. И вот сейчас высохнет, я подпишу. Ну, кстати, зеленый тоже интересно разбавляется. Не знаю, получится сейчас, смотрите. Позволит камера. Вот. Смотрите, какие красивые разводы дала акварель. И я думаю, ну тут еще мокро. Не хочет. Посмотри, какая засранка. Еще мокрый листочек, но тоже интересно по-своему. В общем, классно, мне безумно нравится. И до этого я вот просто наносила. Я, кстати, мне кажется, она тоже все-таки с гуми-арабиком. Смотрите, какой развод красивый дала. Ну, синий вообще прям замечательно. Что-то не только море, но и зиму какую-то, да, красить будет очень здорово. Ну и пока у меня сохнет вот эта вот выкраска, хочу показать. Мне еще одна была небольшая покупочка. Я просто не помню, показывала, нет. Наверное, нет, так и не успела. Мне посоветовали в комментариях, зная мою любовь к мэджикам, мне посоветовали, девочка посоветовала попробовать вот такие мультипульти. Цветные карандаши с многоцветным грифелем. Здесь 12 штук. Мне стало интересно, я, конечно же, заказала вот такие карандашики. Ну, не все. Не все прям идеальные, не все классные. Но здесь есть коричневый. Он светлее, чем у мэджика. Основного, у оригинального, прошу прощения, что-то прям. И мне он в любом случае пригодится, нравится. Я им красила уже, кстати, пробовала в Каваи. Мне понравился. Я просто не помню, показала я вам это или нет. Прошу прощения, на камеру. Так, где нам с вами сделать? Я, к сожалению, не подготовилась именно в этом плане. Листик не взяла. Сейчас попробую где-нибудь выдернуть листок. Так, пусть будет вот так мы, да, наносили, чтобы я потом подписала их. Давайте сделаю небольшую выкраску. Они
Ну, мне кажется, они больше как бы двухцветные все-таки, но может некоторые трех. Три оттенка в карандаше. Они мягче, чем оригинальный Magic. Почему я так? Ну, вот в нанесении, ну да, они помягче в нанесении. Плюс, почему я так решила? Потому что я их уже несколько раз даже точила. А, наверное, даже, видите, видно по карандашам. Вот насколько, я надеюсь, видно. Он очень мягкий и... Ой. Прошу прощения, прям, да что ж такое, першить начало в горле. Очень мягкий, и он быстро прям стачивается, этот грифель, когда вы рисуете. Я вот лавочку в кавай тоже красила, и я прям несколько раз его мне приходилось точить. Вот, видите, он намного светлее оригинального Мэджика. Подточены они все, заводская заточка у них, ну, обычным этим пеньком. Я затачивала в круглые, чтобы было удобней раскрашивать и так далее. Хотя вот, наверное, в таком формате лучше видно именно градиент этот. Дальше серый. Неплохой серый, потому что в оригинальных как-то слишком светлый. Ну, здесь вот такое разнообразие будет. Дальше фиолетовый. Тут два фиолетовых, ну, два, три. Непонятно, так смотришь, вроде их два красишь. Некоторые прям очевидно, на грифеле видно, что их три, а не два. Ну, а на некоторых такое чувство, что всего лишь два цвета внутри. Фиолетовый. А дальше у нас зеленый. Ну, вот зеленый. Такой вот. А здесь я вижу два, но может быть больше, потому что плохо видно. Дальше идет еще один зеленый, ну такой более желтый, да, или салатовый. И за счет желтого. Ну, здесь я вижу три. Светло-зеленый, темно-зеленый, желтый. Видите, здесь уже вижу более. Вот, если поворачивать, то вот так все это дело будет выглядеть. Следующий. Это вот такой. Я даже не знаю, как определить этот цвет. Здесь красный, синий, желтый. Как минимум три. Я вот не знаю, что им. Если так в теории красить. Вот видите. Ну, детям, наверное, это детские карандашики. Детям, наверное, виднее, что им красить. Ну, можно будет отдать девчонкам. Ну, собственно говоря, меня интересовали два. Серый, коричневый. Дальше красный. Тоже здесь вижу. Ну, три точно вижу. Но не факт. Вот. Такие, знаете, такой красно-розовый, что ли, карандаш. Следующий. Прям розовый-розовый. Ну, этот вообще, мне кажется, можно, конечно, добиться. Вот. Чтобы разные были, но в принципе как будто вот да. И 2, а это 10, да, и у нас вот 11, 12, 2 синих, один более с вкраплением зеленого, один просто темный светло-синий. Ну, не знаю, когда тоже делала выкраску, такое было чувство, как будто они два одинаковых карандаша. Вот этой вот зелени, наверное, мало, что ли. Не знаю, вот его кручу, верчу. И еще один. Этот вот сразу видно синий с голубым. Более красивый, интересный цвет. Этот тоже неплохой. И я бы их разделила, может, вот этот небо, вода. Здесь тоже вода, но в каких-то затемнениях, может быть, если попробовать, да, применять вот эти вот карандаши. В целом, карандаши неплохие, очень. А что ж такое сегодня? Очень-очень мягкие, если вот вам, я надеюсь, будет видно. Коричневый прям светлый. Ну и вот синий. Ну, самый плохой, получается, у меня вопрос вот к этому карандашу.
трехцветному не представляю, что с ним делать. Ну вот зеленый, как я уже говорила, он совсем не мэджик. И розовый. Ну, синий особо тоже. Ну, то есть получается, если уж так придираться прям, то вот прослеживается желтизна чуть-чуть здесь, коричневый неплохой, оранжевый такой, ну, приближенный к оранжевому, да, будем говорить так. Неплохо. Серый вроде неплохо, но в то же время, видите, как не особо-то он прям мэджик. А фиолетовый с розовым неплохо. Этот можно еще что-то из него выжить. Синий, как я сказала, можно воспользоваться. Но вот этот вообще, я говорю, отдам девчонкам, наверное, сразу баловаться. Нечто наподобие, у них есть такие карандаши. Для сравнения, у меня есть под рукой мэджики. Ну, не знаю, для сравнения. Видите, коричневый уже как опять же спилила. Можно попробовать. Но здесь вот более мэджик, действительно, если так сравнивать. Этот, пожалуй, можно сравнить, наверное, вот. Но опять же, не знаю, не факт. Да, не факт. Здесь вот не добьешься этой розовизны, так сказать. Можно сравнить с этим. Желтый с красным. Ну, скорее, наверное, вот этот. Вот. Мне некоторые до сих пор новые, они еще, видите. Можно сравнить с этим, хотя здесь больше. Ну, опять же, как вертеть его, в какой последовательности. В общем-то, неплохо. Но если считать это оранжевым, да, вот они, наверное, этот пытались повторить. Ну, такой, знаете, получается неплохой детский вариант мэджиков. Чисто желтого я здесь не вижу, как ровным счетом этого. Розовый. У меня почему-то он какой-то странный розовый. Надо подточить. Что-то я, видимо, красила и в усмерть его. Вот такой розовый. Похоже, чем-то похоже. Просто у меня, видимо, нужно его подточить. Дальше. Зеленый. Скорее всего, пытались сделать вот такой зеленый. Да. И второй, скорее всего, это был вот этот. Но эти более жесткие, я прям усилия прилагаю красить. Дальше голубой, наверное, будет этот. И синий, соответственно. Ну, они похожи, чем-то похожи. Но этот более такой, знаете, в бирюзовый уходящий. Как-то этот интереснее получается цвет, если сравнивать с мэджиком оригинальным. Вот такой. Ну и серый. Где у нас серый? Светлого никак не поймаю. Здесь тоже более серый. Здесь, мне кажется, более как что-то типа вот на сепию похоже. Получается, у нас этих два цвета. А что, красного здесь не было? Ну вот, даже не знаю, с чем его сравнивать. Может быть, вот этот больше сюда. Вот у нас еще есть такой Magic в наборе. Ну и светло-желтого здесь, допустим, не было. Ну, видимо, это вот лучше бы, может. Хотя это тоже по факту бесполезный, если так. Вот нету здесь просто желтый вкрапление, не знаю. Чуть светлее, чуть темнее, но он просто желтый. И просто в нем тоже вот надобности. Если в мультипульте, по-моему, вот этот совсем бесполезный оттенок, то в мэджиках будет бесполезный вот этот желтый. Ну, а так, в целом, буду пользоваться и теми. Думаю, что будет неплохо. Вот такие у меня были покупки. Не знаю, может, кому-то будет полезно, интересно. В общем-то, можно купить на Wildberries, на Озоне. Они бывают, просто их, видимо, ловить нужно, так как появились.
на Яндекс.Маркет, но на Яндекс.Маркет в мой город, по крайней мере, очень дорогая доставка была. Поэтому я брала на Озон. Нет, прошу прощения, на Валберис. Ну, в общем-то, кому где удобно. Вот такие вот получились у нас выкраски. Вот такой у меня сегодня день. Не буду сильно растягивать. Это я так растянула на полчаса этот влог. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, будет интересно. Пишите, что вы думаете по поводу акварели. Может быть, кто-то уже полностью все наборы, все комплекты взял. Мне прям безумно нравится синий. А вот этот синий прям вообще здорово. Ну, здесь я немножко и тут накосячила. Но тоже вполне имеет место быть. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие вот были покупки. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь, кому понравилось, лайки. И всем хорошего весеннего настроения. Пока-пока.